Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Антон, и у нас на канале не было рыбалки. Что ж, встречайте, Зенглер. Также у нас в чате написала, что мы заметили легендарную рыбу. Вообще в парке Golden Reach замечена легендарная рыба. Давайте нажмем на карту. Что-то в прошлый раз я как-то протопил и не посмотрел. Смотрите, знак вопроса это точно не оно, да? Но, в принципе, нигде на карте не вижу никакую легендарную рыбу. Ладно. Давайте пока откроем магазин, оборудование, посмотрим. Мы подняли уровень, нам можно доступен крючок номер 5. Мы его купим, также новые приманки, лески, катушки. Насчет новых наживок. Никаких новых наживок я не вижу. Все это у меня есть, в принципе, да. О, черви. Пиявка. Пиявка для крючка размера 7 у нас, да? Ну, купим, почему нет, собственно. Хорошо. О, все входят в игру, отлично, просто великолепно. Сегодня ловим рыбу в свое удовольствие. Боже, где у нас ребята? Ребята почему-то у нас собрались вот в этом месте. Погнали туда тоже. Соберемся вместе с ними, будем ловить рыбу. Возможно, легендарная рыба там. Что-то люди, я уверен, что-то да знают, если честно. Что насчет машины? Что насчет машины? Вон там машину можно взять, да? Непременно загляните на местную базу. Да, обязательно. Все входят в игру. Давайте напишем здравствуйте. Отлично. О, у нас тут темнеет резко. Смотрите, как резко потемнело. Ну, конечно, когда не надо, да, то у нас по-любому будет... У нас по-любому будет с вами ночь. Смотрите, какую крутую мы открыли краску для машины. На таком машине погонять? Нет, не стыдно, да? Куда нам разворачиваться? Обратно? Поедем, конечно, поедем к ребятам. Кстати, открыли новое место, не знаю, как мы его открыли, если мы здесь уже были. Все, давайте едем, гоним к ребяткам. Думал, может стрим запустить по игре, но выйдет просто серия. Давно у нас, реально давно не было серии по Зенглеру. Ну а почему, собственно, и не запускать сейчас, да? Ой. Так, включим вот такой вот видочек, так хотя бы виднее, куда мы едем. Все, прошел этап, когда у нас самое темное время, сейчас будет луна светить хотя бы немножко, да. Подкрадываемся к нашим людям на карте. Они там не двигаются, да? Не, не двигаются. Стоят там, ловят. Хорошо. Посмотрим, что там такое. Есть вполне себе вероятность того, что здесь у нас какое-то особое местечко. Да, разблокировано новое место для быстрого перемещения. Отлично, шикарно. Рано, мы здесь уже приезжали. Я перезагрузил игру, у меня не было места на компьютере. Я почистил. Перезагрузил игру. Ну, аккаунт вроде тот же. То есть, все вроде тоже. Где у нас? Ребята здесь же. Ребята у нас здесь же. Карта. Чуть-чуть дальше. А вот здесь они стоят. Вон, видите? Нобби. А вон же Жестмастер, да? Ну, Нобби вряд ли знает про легендарную рыбку, да? А вот Джессмастер 23 уровня вполне себе может быть тем, кто нам подскажет секреты какие-то ловли, да? Что здесь у нас? Ого, он стоит на трубе. Я тоже хочу на трубу. Погнали. Прыгиваем вниз к нему на трубу. Давайте ему помашем. Ну окей, че, можно помахать? Не знаю. Окей. Ладно. Хорошо.
У нас отлично получается. Он, наверное, просто в шоке с нас, что еще сказать. Он нас видел и шокирован. Ладно. А что нам? Как нам пошли? Все, ну просто пошевелиться было, да? Ноби у нас куда-то делся. Ну, видимо, его выкинул отсюда. Он тут на лодке. Давайте напишем, как он там. Смотрим, ответит он или нет. Давайте пока соберем удилище. У нас вот это вот удилище неплохое, да? Так, ну я хочу поставить сюда пятый крючочек, да? И на пятый крючочек насадить, например, ту же пиявку. Думаю, что вполне себе неплохая будет сейчас у нас удочка. Ставим 0,7 где-то примерно. И забрасываем подальше. Сейчас ловим свое удовольствие. Слишком высоко. Как мы сейчас чуть-чуть забросить? Видите, мы далеко забрасываем, здесь так не пойдет. Так, что насчет... Жастер сполчит, да? Все, смогли мы выбраться. Давайте спустимся пониже. Было бы неплохо, если бы он ко мне подплыл. Да, и мы сели к нему на лодку, покатались с ним. Всем дали, видите, какие скины прикольные. Ну, хорошо. Сейчас там по... Удочки, все нормально. Плаваем с ребятами. Смотрим, где еще, может, сборище есть. Может, еще собрались здесь люди? Вот здесь вот собрались. Есть кто-то на бывшей базе. Ни другом, ни другом, ни другом. Как насчет... отправить запрос. Мы ему отправили. Давайте всем отправим запрос. Поищем себе друга в игре. Здорово, можно что-то и добавить. Хорошо. С мастером у нас ничего не ответил. Видимо, он просто стоит. Давайте приблизим заодно и посмотрим. Ну, похоже на то, что он просто так стоит. Если что, мы сейчас будем в чате допытываться. О, еще кто-то на лодке. Где? О! Let's go. Me. Ноби, я тоже хочу добавить, друзья. Где у нас Ноби? Вот он, Ноби, да? Правит запрос, окей. Ноби ловит на спиннинг. А мы ловим на поплавок. На пиявку. У нас пока не клюет ничего. Ребята здесь красиво выстроились. На своих лодочках. Поконкурируем с ними немножко. Не шарит, не шарит. Сейчас я достану спиннинг наш, да? Вот спиннинг. Забрасываю. Слишком медленно. В смысле, слишком медленно. О, забрасываю. Щука. Неплохо. И теперь мы делаем единичку и твичинг. Единичка и твичинг. Смотрите, у нас там уже знамя рыбы, да, пошла. Я не знаю, сейчас проверим. Ну, я видел там щуку только что. Так, будем пробовать с твичингом. Спиннинг и твичинг. Ну, также равномерную проводочку попробуем. Попробуем по-разному, по-всякому. О, жестмайстер у нас там что-то раздуплился, видите? Рыбу пока что не видно никакую. Смотрите, видите, заинтересовалась нашим наживкой. Есть, подсекаем. Хорошо. Ой, отлично. У нас тут вообще прям зверь, а не рыба. Сейчас посмотрим, что это будет. Подсекаем. Не, пока не подсекаем. Видите, как бывает. Уже можно было и подсечь, да? Рыба у нас такое утворяет. А ну, подсечь. Хорошо.
Ой-ой-ой-ой-ой, тигровая маскинонг. Такая вот у нас щучка. Хорошая. Хорошая, определенно. Отпускаем рыбку, ребят. Так вот у нас первый ловчик приятный. Что-то с игрой. Совсем сильно виснет. Очень сильно виснет. Что такое? О, прошло. Что, напишем еще раз. Жезмастер. Может он раздуплится, да и ответит. Вот здесь еще не шарит. У него пока ничего не клевало. А мы уже сами вытянули тигрового маскинонга. Прекрасно. Я вообще не планировал на спиннинг ловить, но раз такая движуха. Почему бы и нет, собственно. У нас сейчас спиннер бейт 5 стоит. Угу. Тянем еще разочек. Ну а что вдруг? Может быть еще одного тигрового маскинонга мы словим. Хотелось бы такого на золото. Ой, как хотелось бы. Но боюсь, это сейчас маловозможно, маловероятно. Знаете, с нашей удочкой, если у нас даже такого маскинонга бронзового потянуть была проблема. О, подсекаем. Хорошо. Так, снова маскинонг, походу, да, у нас. Да, снова тигровый маскинонг. Здесь много рыбы плавает, вот что хочу сказать, да. Есть. О, еще один тигровый маскинонг. 2440, 58 сантиметров. Ой, думаю, у нас этот раз получится отличная рыбалка. Прям отличная. Что ж, отпускаем рыбку. Супер вообще. Бомба, новый уровень, 13 уровень. Получаем. Сюда 13 уровень. Давайте попробуем новую проводку. Будем вот так вот сейчас вести в этот раз. Как вам идейка? Надо по-разному пробовать. Это называется джиговая проводка. Опускаем нашу удочку. О, смотрите, он подъехал к нам. Хо-хо-хо. Сейчас я достаю удочку. Круто. О, все, у нас есть лодка халявная, да? А, мы тут... А ну-ка, сядет ли он тоже с нами? Давайте смотреть. Давай, садись к нам, дорогой. Не, не хочет. Он, наверное, потому что у него ничего не клюет, да? И решил, короче, к нам сюда прийти. Думает, блин, не клюет, короче. Ноби, 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 дорогой. Я ему напишу в чат, может он раздуплится и увидит, конечно. Посмотрим. О, он там вроде клюет даже. Хорошо, давайте еще раз твичинг. Будем доставать сегодня людей, короче, в игре. Давно этого не делал. Хочется, хочется доставать кого-то. Да, хотелось бы найти напарника в игру, знаете ли. Чтобы снять с ним, может, парочку серий. Смотрите, там вроде тигровый маскинонг, да, заинтересовался. Смотрите, ой-ой-ой, какой он хищник, какой он хищник. Есть, подсекаем сюда. Хороший хищничек, хороший. Пока что ни в какую, смотрите, будем вот так вот сбивать. Мы уже с такой рыбой связывались, да? Давайте, мы ее замучаем. Мы ее замучаем. О, есть. Добавим фрикциона, чтобы она от нас не уходила, блин. О, сейчас обычно тянем. Сбрасываем фрикционочку. И, блин, снова она ушла далеко. Ну, будем бороться с ней. Будем с ней бороться, да? У нас уже крепкая удочка, вполне себе. Можно бы и вот так вот. Есть! Ой-ой-ой, на серебро тигровый маскиночек. Опыта 206 дают. Отличный счет. 3300 уже. Смотрите, какой хороший. Хороший рыбин, очень хороший.
Давайте отпустим нашего красавца. Ноби, hello, привет. Вот так вот напишем ему. Может, он заметит этого, дорогой. Сейчас равномерную проводочку проведем, посмотрим, будет ли результат какой там. Что у нас на троечке тянется? Давайте на единичке. Так, тихо, достаем удочку. Достаем, сматываем удочку. Да куда-то наш ноби поскакал, да? А, вот. Здравствуйте. Давай вместе ловить. Напишем ему: веди лодку, драйвбот. Драйвбот. English, драйвбот. О, мы уже уговорили, ну что, ноби, да? Стоп, отлично, гиплю удочку, окей. Напишем ему, использую спиннинг, да? And... и... контур... А где он у нас? А вот у нас есть, стоит рядом с нами. Вот так вот, спид 0. Down 3, up 0.3. Закинем вместе с ним сейчас. Нет наживки. А, нет наживки. Почему нет наживки? Что, давайте забросим просто удочку, да? Только поставим не пиявку, да? Поставим удочку... Какую поставим удочку? Давайте... О, поставим просто живца. Беру удочку с вами. Удочку. Мы сейчас ловили на... О, не-не, подождите, стоп, сбрасываем. И глубину 0.7 примерно, около того. Смотрим, что будет по результату какой. Красиво здесь граффити, сейчас ведь не могу. Каник льет. Дайте обратить внимание, что там наш ноби, да? Вот он, делает то, что я ему сказал. Надеюсь, ему что-то тогда подловится. Есть такая вероятность, да, ну там чуть леску. Сосить леску. Будем за ним наблюдать. Будет наш подопытным, подопечный. Смотрите, маскинонги плавают здесь. Ну, опа, есть поклевка. Еще одна поклевка. Отсекаем, отлично. Что-то не тяжелое, возможно, какой-то окунечек. Возможно, какой-то окунечек. Возможно, да? Нет, это не окунь. Ну, что-то не тяжелое, такое легенькое. Хорошо, посмотрим, что это есть у нас. Налимчик. Налимчик 2.88 на серебро. Хороший налим, конечно, не рекордный, но хороший. Опускаем рыбу.
Why you get so much fish? I use I'm down at Emerald Lake for a while. But that's or fix number. Ну не байт, байт это наживка, а я крючок, типа. Тут все видно, зашел в инвентарь, короче, да, парень? Зашел парень в инвентарь, короче, мне наблюдать, он не нравится. Куда он делся? Он здесь вообще на карте. На карте он здесь. Хорошо. Если он хочет куда-то поехать, то я бы сел в лодку без проблем вообще. Без каких-либо проблем. Давайте сядем в лодку. А, нет, все, он здесь. Вот он наш парень. Ну, я ему сказал секрет наш, да, ловлю. Давайте за ним дальше наблюдать. Надеюсь, вам понравится такой экспириенс. Сейчас возьму телефон, да, пока он нас там клюет, не клюет. Напишу в переводчике. Попробую объяснить ему, чтобы он, может, поставил живца. Да. Так, где наш айфоновский переводчик-то? О, нашел. Отлично. Напишу ему, попробую живца. На седьмой крючок. Глубина 0,7. Пишем ему в чат. Try alive. Bait. Bane. Bane. Ну, надеюсь, он поймет, короче, потому что так перевело, что даже я не понимаю. Хук. Депт 0,7. Окей, где наш крючок вообще? Я не могу его... А, вон, ну хорошо, есть там. Рыбка выпрыгнула, я подтянул немножко, да, и рыбка сразу выпрыгнула. Все на месте, смотрим. Ну, подсекаем, хорошо. Опять что-то не тяжеленькое у нас, но приятное. Приятно ловить рыбу, да? Я его понимаю, я его чем-то понимаю, да, когда не клюет, это не то немножко. Так, что у нас там вообще? Это уже не налим. Что-то интересно. Подсекаем. О, тигровый маскидончик, бронза, кило 600. Отличная рыбка. Ну, ее отпускаем. Где наш дружище-то? В лодке, хорошо. Садимся к нему. Надо запомнить, что мы здесь на Лима и тигрового маскидона тягали. Да? Лежи в руку там. Как там, go around или как? Let's get out of here, окей. Okay. Let's get out of here. This place. Так, напишем его. Уп, это типа какашка, что-то такое. Может, он увидит, прочитает. Ну, пока тоже экипируем удочку. Давайте экипируем спиннинг, да? Второй. Смотрите, он ловит уже на поплавок, да? Он уже ловит на поплавок, наш парень. Ну, мы позакидываем с нашей... Наш спиннинг. Ага, все. Еще можно стоять здесь, пока он будет рулить. Ха-ха, поехали. А, нас усадило вовнутрь. Направо едем.
Правее, правее. Я ему говорю, правее двигаться, правее. Во! Е-е-е. Сейчас напишем ему где-то... Я вообще сам не знаю, где нормальные места, если честно. Просто мы его мучаем, колбасимся с ним. Вот здесь стоп напишем ему. Отличное место, все, стоп. А, он подумал, что стоп это типа пришвартовать. Ну хорошо. Отлично, мы ему сейчас научим. Мы его сейчас научим с вами. Мы его сейчас научим. Please add me. Выйти из лодки. And prepare with me. Давайте поучим кого-то, передадим наши умения. Окей, ладно, что не будем его мучить. Сейчас просто сядем в машину, это наша же машина стоит. Нет? Your car. Your car. I need car. And go with you. А, окей, вот, все отлично. О, ребят, нас ждет большое путешествие, на самом деле, да? Но ничего, покатаемся с ним. Давайте Voyager вызовем, этот красивый, да? Огненный. Здесь. Let's wait. Что ж, все, нас ждет большое путешествие. Я думаю, что... Наверное, я ускорю этот момент. Нам надо, знаете, куда со мной? Нам надо аж вот сюда, короче. Установить точку. Хорошо, поехали. Это возможно? Все очень возможно. У меня просто игра на английском, видите, я могу сложно объяснить. Так. Давайте все-таки по-другому сделаем. Я напишу ему что-то типа Tap. Но... Look map. Давайте напишем. Look map and tap. Так, сейчас напишем. Я немножко английский так все знаю, честно. Чтобы объяснить ему, хочется нормально писать. Так, перейти. Да, to me. Все-таки я правильно пишу, tp to me. Start local. Ок. Так, смотрите, я открыл карту и телепортируюсь вот сюда. Я думаю, что он поймет. Так, отправляем запрос, кому-то не надо запрос. Надо быстрое перемещение сюда. Golden Ridge Reserve. Вот как называется. Пишем ему. Golden Ridge Reserve. О, капс. Все, выключаем капс. Давайте ждем его здесь. София Шоп? О, Нуби, вот здесь, ребят. Хорошо, отлично, идем брать машинку здесь, потому что нам бы ехать оттуда было бы очень далеко. Все, беру машину. Есть? Отсюда полтора километра ехать всего лишь. Здорово, помучаем с вами американца, помучаем мы с вами американца. Ой, помучаем. О, на самолете пролетели. Хорошо, все. But I don't have good equip. You need to... You need... Okay. Okay. Давайте... Напишем... You need my journal. West. Вот так. Я написал ему, ты должен делать журнал, то есть задание в журнале. Да, квесты. Ну ничего, я сейчас отвезу тебя на место для твоего левела.
Поехали. Мы сейчас вот здесь вот мы можем спокойненько ловить. Приветствую. Хорошая сегодня погодка, пишет человек. Плюс. What did them hair finds yesterday? А, он только сегодня начал играть. Видите как? Ну ничего, мы сейчас взяли его на отличное местечко с вами. Там, где он может половить рыбку, да? Ну, мы там тоже половим рыбку. Блин, вписались мы в дерево. Ну ничего страшного, поехали дальше. Думаю, это серый взять подлиннее. Может быть, смотрите, два захода. Кто посмотрит за один раз, пишите комментарий, мне будет очень интересно. Окей, отправляемся на местечко. Блин, проехал. Стоп. Вот здесь поворот, да? Окей. Да, здесь может быть наше больное дерево где-то, которое нам надо сделать, да? Опять же, все, мы приехали туда, куда нам надо. Пишем ему поплавок, живец. Fleet life. Bait flop. Надеюсь, он меня понял. Берем нашу удочку, да? Ставим семерку. Это локация твоего уровня, я написал. О, у меня уже поклевка идет. Смотрите. Прекрасно. Подсекаем что-то не тяжелое. Может быть и тяжелое. Эта удочка у меня уже покруче, да? Все-таки имею право нормально себе ловить рыбку. 50 триксонку, да? Отлично. Пока не видно, что там у нас плещется, но как есть. Что, далеко? О, уже поближе. О, смотрите, кто это у нас. О, ты мой малыш хороший. Ты мой хороший малыш. Словили. Обыкновенный лопатонос на серебро. Прекрасно. Это не лучше наш лопатонос, но уже приятно. Уже приятно, собственно. Видите, рыбка небольшая. Ой, учим человека играть. Все-таки я вас долбал. Текаем сразу же, у меня снова рыба. Смотрите, это уже сопротивляется, очень хорошо сопротивляется, я бы сказал, да? Даже не знаю, как мы ее будем вытягивать. Вот так, да, тянем. Здесь сейчас будем делать нашу фишечку. Она все равно уходит потихонечку. О, идет к нам, отлично. Идет по чуть-чуть, понемножечку. Вон такую-то удочку, что там за... Речной гигант выловился, а? Ну так тянется хорошечно. Отлично. Помучаемся с этой рыбиной. Хорошо. Так, это средний метр. Натянем, может она... Сейчас сдаваться. О, сдается. Отлично. Она, знаете, как сдается, так и не сдается. Не знаю, как мы будем такое вытягивать. Давайте помахаем удочки вправо-влево. Может быть какой-то результат. Вроде результат есть, да? Отлично. Добавлять, блин, фрикционки. Фрикционки сейчас на сотке, да?
Ну, по чуть-чуть тянется. По чуть-чуть тянется, да, и слава богу. Отлично. Есть такой результат. Хорошо. 20 метров, 19 метров, 18. Рыба устает в этой игре, хотя бы в отличие от, да, некоторых других игр, которые мы с вами знаем. Ну и отлично. Мы ее достанем рано или поздно. Очень интересно, что там. Безумно интересно. Надеюсь, наш ученик что-то словит. Я все-таки за него волнуюсь теперь. Здесь он еще вообще не мог бы... А да, он здесь, смотрите. И ловит на спиннинг что-то. Опять же. Спиннинг ему рановато, на самом деле. Спиннинг ему рановато. Я считаю так, это мое мнение. О, хорошо. Это у меня рыба или у него? Он что-то выловил? О, вы рыбка. Наш ученик растет, ребята, как приятно. Как приятно, видите? Уже имеет рыбку. Я что-то тяну, он сейчас будет, наверное, смотреть, что я там вытяну, да? Но без ставил малоротого окуня на серебро 760 грамм. Ну, отлично, я очень рад за своего ученика. Давай, сейчас мы ее уже будем выживать. Смотрите, там у нас... Щука, главное, чтобы не сорвалась в конце самого. Подсекаем. Серебро, ребята. 3 килограмма 870 грамм. Посмотрите на эту прекрасную щуку. Какая она хорошая. Прекрасный улов. Прекрасный улов. Почти 4 килограмма. Какая-то щука, это ой-ой-ой. Что, у нас там ноби, да? Ловит? Ноби, уже 7 уровень. Эй, левел 7. На. Мы будем еще разобраться, если спокойненько, да? Смотреть будем на ноги. Его результаты. Пока что у него ничего нет. У нас поклевка там. Еще одна поклевка. Хорошо. Ну, в этот раз что-то не тяжелое. Ну, меня это радует, в принципе, устраивает. Почему нет, собственно? Здесь можно даже помочь себе удочкой. Посбрасывать пыл и нрав этой рыбки. Посмотрим, что здесь у нас. О, это лопатонос у нас. Видите, какой хороший. Есть, хэдкейч. 35 фишес, миссия. Он выполнил миссию, выловил 35 рыб, да, и получил новый уровень. Ой, лопатонос на серебро, 2 килограмма 170 грамм, это мой новый счет, 360 грамм больше, чем прошлый лопатонос. Ну и прекрасно, почему нет, собственно. Отпустим этого малыша. Как прекрасно, когда не надо выполнять задания, миссии, да, у нас все так хорошо клюет сразу. Забросим куда-то вот так вот, будем наблюдать за ноги. Будем наблюдать за ноби. Ну и заодно ловить рыбку. Вон наш поплавок. Прекрасно. Мой ученик. Мне не нравится, что он ловит на спиннинг. На спиннинг у меня тоже ничего не клевало, на самом деле, здесь. Как это здесь. Тянем чуть леску. Так. Ожидаем лова. Видите, он смотрит на наш поплавок. Возможно, сейчас одумается, да, возьмет поплавочное удилище. О, как я и сказал, в принципе, да? Ой, что происходит? А это его фонарик? Или это наш фонарик барахлит? Фонарик барахлит, ребят. Ой, там лопатонос выпрыгнул. Прям хорошо было видно. Пока ничего не клюет. Давай, ну, мы в тебя верим, что он забросил. Синяя удочка намного лучше, чем та, которая у него была. Синяя удочка — это хорошая удочка. Мы это с вами знаем.
Что-то здесь прям ничего не клюет в ту, в той части озера. Давайте доставать. Достаем и кидаем вон туда. Как обычно у нас принято, да? Кидаем, смотрим новый. О, что-то тянет парнишам. Ой, я очень горд своим учеником, очень горд. Помогли парнишки, да, у нас. Научиться ловить рыбку. Я очень рад за него. Ну, лопата нос, я думаю, ему будет очень приятно. Кило 410 на бронзу. Сидит там, наверное, в улыбке разливается. Ай-яй-яй, какая хорошая. Напишем ему nice fish, bro. Nice fish, bro. Отличный лов, он поплавок забросил. О, у меня поклёвка. Подсекаем. Подсекли нормально. Да. О, это что-то потяжелее уже, чем лопатонос. Может, лопатонос, да, ну... Я бринжинг милак. Я приношу ему удачу. Приятно такое слышать, приятно. Классно, что мы с этим нубио, да, с вами кооперировались. Что-то мы вытягиваем. О, канальный сомик. Не уверен, что большой канальный сомик, да, вполне себе может быть и небольшим. Ну-ка. О, хороший канальный сомик на серебро. 2 килограмма 540 грамм, да, на 800 грамм больше, чем мы ловили. Кредитов 81 кредит, это просто шикарно. Слушайте, мы с вами там отбили крючок уже миллион раз. Сколько у нас там денег вообще? Давайте посмотрим. 2600. Ну, прекрасно. Видите, что он делает? Он у нас сверх-вниз делает. Собственно, ну почему нет? Давайте закинем туда сюда, будем наблюдать за ним. А, он на поплавок ловит, да? Вон его поплавок, по-моему, слева от нас. Да, отсюда видно, видите, вот. В левой части экрана. А, уже не видно. Он рыбу уже тянет, смотрите, как хорошо. Я очень рад за своего ученика. О, какой я молодец. Научил. Парнишку-то ловить рыбку. Ну, все-таки мне жаль, что в игре такой маленький онлайн, знаете. А, если мы новичков поднатягаем с вами, то... О, еще один лопатонос, прекрасно. Обыкновенный поднос на бронзу, 940 грамм. Но все равно это экспа и деньги. Я ловит лопатоносов. О, подсекаем, у нас тоже рыбка. О, ребят, это что-то потяжелее на самом деле. Ну, может это не потяжелее, но понаглее так точно. Будем пытаться выудить. Ну как пытаться, мы-то по-любому выудим с вами, просто это займет какое-то время. Он закинул поплавок под мост. Думаю, может мы его сфоткаем, да? С вами. На память хотя бы. Да, где наша там рыбина? Что у нас там такое тяжеленькое? Канальный сомик? Было бы неплохо. О, щука. Еще одна щука. Явно поменьше, чем мы ловили до этого. Подсекаем. О, может и не поменьше, знаете. Хорошая щука. 2 кило 290 грамм. 50 сантиметров, 73 кредита. Отличная щука, я считаю. Хорошая щука. Давайте сфоткаем нашего парнишку, да? Сфоткаем нашего парнишку с уловом. Вот так вот как-нибудь. Блин, фонарик его засвечивает. Отлично, вот он с лопатоносом стоит, да? Ноби. 7 уровня. Прекрасно. Закидываем. Отсюда мы его тоже видим прекрасно. Подтянем чуть леску, потому что она мотыляется, висит.
Что на одних лопатоносов тягает у нас, да, сегодня? Мистер Нобиум. Давайте теперь будем делать рубрику, я буду находить перед серией, короче, кого помучить. Так, потекаем, хорошо. Буду находить перед серией, кого помучить, да? И будем его обучать или мучить. Или учиться у него. Как вам такая идея, ребят? Думаю, вполне себе приятная. Думаю, вполне себе интересная идея. Посмотрим. О, у нас еще что-то выловил. А, обыкновенный лопатонос, 5 килограммчик. Что-то на них лопатонос. У меня тут и самы, и щуки, лопатоносы. Вот, например, сомик тональный, небольшой, всего килограммчик, да? 37 сантиметров. Ну и прекрасно. Что у нас по опыту, кстати? Давайте посмотрим. Почти 14 уровень. Давайте добьем 14 уровень, да, все-таки. Сфоткаем нашего ноби как-то вот таким вот образом, да? О, все, есть классная фотка. I sent you friend request. Окей. Окей, one minute. Давай посмотрим. Класс, у нас появляются друзья в парке, да? Что здесь, профиль, да, надо нажать, и... Журнал, справочник. Ну, справочники уже почти все рыбы выловлены, кстати, да? Валют, исследование, рыбалка, пара. Профиль? Ой, не знаю. Вот, Apex Connect. Видите, у нас друзья. Друзья, да? И активность запроса друзья есть, да? От Ноби. Принять. Нет? Все, добавили. Обид. О, обыкновенный лопатонос, кило 270. У нас наживка, похоже, закончилась, да? Но оно и не удивительно, на самом деле. Столько-то рыб. А, нет, еще не закончилось. Давайте поставим червя. Пятый крючок, червь. Попробуем начать. Стоп. Нам надо поставить глубину, ну, хотя бы 0,7, да? Чтобы было не стыдно. Так, да? Найс, пишет ноги. Нет наживки. В смысле, нет наживки. А, я не ту удочку достал. Не ту убить, достал и пытаюсь закинуть, короче, прикол. Бывает, прикол. Опять Ноби лопатоноса вытянул. Одни лопатоносы, короче. Давайте скажем ему, закинь удочку правее. У нас пишется так. Roll the fishing. Fishing. Rod — это удочка, да? To the right. И подсекаем сразу. Видите, как надо. Даешь полезный совет и получаешь награду. Вот так вот нас работает. Пишет окей. Отсекаем, что у нас, я не вижу, что у нас там. О, канальный сомик, кило 410, 22 опыта, все дела. Прекрасный сомик, 47 кредитов. Ну, конечно, малявки ловятся, да. Делать будет такого канального сама, чтобы вообще прям жесть была, да. Метр 100 поставим. О, метр 10, 110 сантиметров. Короче, где его поплавок? Я не вижу его. А, вон его поплавок, чуть левее нашего. Вот здесь, короче, я вам сейчас покрою удочкой. Вы не увидите на записи, вот здесь его поплавок. Далеко он добрасывает, далеко. Хорошо. Не сдавайтесь, все получится. Спасибо. Спасибо. Канального сомика на 3 килограмма вытянул. Интересно, как он выглядит.
Нечто, да? А, у него ничего не клюет, у меня тоже пока ничего не клюет. Ладно, ребят, давайте на этом закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотр. Забывайте про лайки и комментарии. Напишите, мучать ли мне американцев в игре. Если да, то я обязательно выполню это условие. Ну, всем отличного настроения. Пока-пока.